Посяджэнне рабочай групы, якая курыруе наглядальныя камісіі, праходзіць ажыўлена. Дакладчыкам задаюць пытанні, абмяркоўваюць праблемныя сітуацыі канкрэтных людзей. Некаторым з іх ужо аказана дапамога. Напрыклад, інваліда першай групы, які жыў адзін, уладкавалі ў інтэрнат. А шматдзетная сям'я, якая знаходзілася ў крытычным становішчы, атрымала жыллё. У кампетэнцыі наглядальных камісій самыя розныя пытанні, але ў першую чаргу тыя, ад якіх непасрэдна залежыць бяспека грамадзян. Смотравыя камісіі прызваны для таго, чтобы где-то подсказаць человеку, указать на то, что сегодня, например, обязательно наличие пожарного извещателя, это очень важно. Например, указать на то, что сегодня необходимо ремонтировать печное отопление. То есть на такие самые простейшие вопросы, когда в определенные минуты это может спасти человеческую жизнь. После пленарной частки депутаты наведали дитячее отделение районной больницы. Суместными намаганиями за кошт сродков бюджету и финансовой допомоги от предприемства выкананы косметичный ремонт. Это уже не казенные палаты с ложкомесцами, а соправдные дитячие покои. Герои любимых мультфильмов зараджают с маленьких пациентов позитивом и настроивают на выздоровление. Порадовал своим сучасным выглядом и городский стадион, на яким жыццё б'е ключом. Энергии юных спортсменов можно по-доброму позайздростить. Неглядячи на спякоту, тренировки идут полным ходом. Тем часом маленькие актеры удостоились аплодисментов за театральную постановку на тему пожарной безопасности у лесе. Нагадывать лишний раз гэтым детям, что запалки не цацка, няма потребы. Выники выездного посяджения комиссии по законности и правопорядку подводились на территории района, у Судковским сельским выконкаме. Смотровые комиссии, которые вот в этом году получили они второе дыхание, причем такое очень мощное, они свою задачу и выполняют. Благодаря этому, вот если брать, допустим, по Хоникскому району, здесь существенно снижено количество пожаров в жилом секторе, существенно снижено количество погибших. И вот цель вот нашей выездной комиссии показать этот вот хороший, добрый опыт в этом направлении. Руслан Проляскоўскі, Максім Савін, Ігар Марышын, Тэлерадыёкампанія Гомель.